Всем здравствуйте! Певица Надежда Бабкина уже продолжительное время не выходит в свет с гражданским мужем, артистом Евгением Гором. Он моложе ее на 30 лет, однако это не стало препятствием для их более чем 20-летнего союза. Любопытно, что источник издания утверждает, звезда давно рассталась с партнером и завела себе нового возлюбленного. Это очень красивый мужчина, являющийся бывшим фигуристом. Спутником артистки стал 32-летний замдиректора театра «Русская песня» Сергей Рябов. Он, как говорят, сразу покорил Бабкину своими интеллигентностью и обаянием. Экс-спортсмен начал участвовать в ледовых шоу в Москве после переезда из Волгограда. Однако травма привела его в сферу пиара, а затем товарищ познакомил Рябова с певицей. Для завоевания особого места в сердце знаменитости много времени ему не потребовалось. При этом слухи о романе с помощником Бабкина, как и можно было ожидать, стала отрицать. «Сергей, мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста – это признак бесконечного интереса к нему», – уверяла звезда. Рябов же признавался, что счастлив быть в глазах публики партнером столь большой знаменитости. Она, по его признанию, является роскошной женщиной. Сотрудники театра утверждают, что Бабкина даже приобрела ему квартиру в Москве в районе проспекта Мира за 47 миллионов рублей. Ремонт объекта обошелся певице в дополнительные 10 миллионов. Более того, сын артистки Данила якобы перестал с ней разговаривать после таких известий. Но на этом строительство не закончилось. Рябову, судя по всему, оборудуют персональный кабинет в театре. В культурном учреждении, говорят сотрудники, он зарабатывает приличные деньги – почти 500 тысяч рублей в месяц. Однако его присутствие в жизни Бабкиной, признаются они, заставило ее расцвести и постройнеть. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.